девочки, привет! Сегодня тренировка у нас на верхнюю часть тела. Руки вверх спины, низ спины. Полчаса мы с вами будем сегодня заниматься. И под конец растяжечка, как обычно. Начинаем с разминки. Вам нужны гантельки. У меня вот такие гантельки, но не важно. Гантельки. Если нет гантелек дома, тогда берите бутылочки с водой, наполненной водой. Литр, пол-литра, полтора литра, как вы себя чувствуете. И сегодня будем работать на руки. Старайтесь не останавливаться. Если сильно будет тяжело, лучше убрать гантельки и продолжать дальше упражнения без гантелек, но без остановки. Хорошо? Ну и, естественно, под конец нам нужен будет коврик. Сейчас разминка. Все, поехали. Продолжаем, только две руки тянем к ноге.
берем гантельки, и у нас руки. Встаем, исходное положение, ноги в сторону, коленочки в сторону носков. Так, движение идет на четверку. Отсюда поднимаем локти, раз. Разворачиваем гантели наверх, два. Вытягиваем руки, три. Сгибаем локти, локтями наверх. Руки возле головы, четыре. И также возвращаемся, раз. Два, три и четыре. Исходное положение. Так это все будет вместе. Раз, два, три. Трицепс руки, раз, два, три и опустили. Хорошо? Готовы? Ноги мягкие, сидим на ногах и с музыкой. Раз, два, три, поехали. Подняли, развернули, вытянули, согнули. Возвращаемся. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Здесь у вас задействованы очень много групп мышц, поэтому движение достаточно сложное. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Старайтесь, когда вы сгибаете руки за голову, не открывать локти. Это ошибка. У вас не включается трицепс руки, поэтому локти должны быть наверх. Смотрите, локти наверх. Да? И руки возле ушей. Ноги мягкие. Продолжаем еще. Раз, потянули. Подняли, согнули. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. То есть у вас дельта плеча работает. У вас вся воротниковая зона работает. И у вас включается трицепс руки. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Должны уже чувствовать напряжение в руках, плечах. Два, три, четыре. И потихонечку мы добавим плие. Семь, встать. Два, три, четыре. Раз, два, три. Опустились. И раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. Продолжаем, 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 продолжаем. Раз, два, три, четыре. Так как у нас работает, у нас включены много групп мышц, поэтому подходов будет много. Два, три, четыре. Еще. Уже руки начинают чувствоваться, не только плечи. Трицепс руки. Подняли ручки наверх.
включили трицепс руки и согнули руки. Раз. Если сильно тяжело, вы можете продолжать без гантелек или с одной гантелькой. Если у меня болит спина, я могу сесть или на мячик, или на стульчик и продолжать руки. Если не болит спина, то тогда без проблем стоит. Еще. И включается трицепс руки. У каждого у вас своя физическая подготовка. Я делаю средние показатели, да? Вы можете больше делать, если у вас хорошая физическая подготовка, или чуть меньше. Но последние 10 должны быть через «не могу». Еще продолжаем. Мотивация у вас должна быть весна на дворе. Скоро купальники, скоро кофточки, футболочки. Сами себя мотивируем и включаемся до конца, до конца, до конца. Последнюю восьмерку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Молодцы. Растяжка. Это мы проработали руки, верхнюю часть спины, воротниковую зону, да, полочку. Сейчас еще на полочку будем работать. Там, где есть отложение солей, там, где есть крепатура постоянная. Вот сейчас будем работать на вот эту часть, воротниковая зона и зона между лопатками, ромбовидная мышца. Так, берем наши любимые гантельки. Можно сидя, можно стоя. Начинаем с одной. Плечо. Сзади головы проношу гантельку, дотрагиваюсь до другого плеча. Возвращаюсь к этому плечу. И стоп. Исходное положение рука вытянута. Хорошо? Я вам покажу сзади, как это получается. То есть получается, что... Видно, да? Вот эта мышца между лопатками. Раз. Напрягли. И расслабили. Вы будете прорабатывать всю вот эту вот зону. Окей? Поехали. Гантельки. Плечо, 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 плечо. Старайтесь не сгибать спинку, да? Сидим с ровной спинкой. Тогда вам легче достать до противоположного плеча. Два, три, четыре. Два, три, четыре. И вы почувствуете всю верхнюю часть спины напряженной. Если у вас проблемы есть в локтях, тогда вы делаете это упражнение без гантелек. Тоже хорошо проработаете верх спины. Еще. Восемь. Семь. Шесть.
теперь две руки вместе. Раз, два, три. Вытянули. И здесь мы добьем мышцы. Не жалеем, не жалеем, не жалеем ни руки, ни спину. Если, конечно, у вас нет больших проблем со спиной. Также, если у вас есть сколиоз, очень хорошее вот это вот упражнение для выравнивания вот этой подтяжки мышц, укрепления мышц спины верхней части.
Раскачайте. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Последнюю восьмерочку. Раз. Два. Три. Четыре. Держим, 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 держим. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Отлично. Потянули руки. Сейчас мы будем делать с двумя гантельками вместе. И здесь очень важно, чтобы движение вы начинали в лопатках. То есть движение будут делать не руки, а когда вы уходите назад, вам нужно по максимуму подвести лопатки к позвоночнику. И потом вытянуть руки вперед. Хорошо? Поехали. Берем две гантельки. Если вы уже устали, можете продолжать без гантелек, просто без ничего. Итак. Лопатки соединили к позвоночнику, вытянули руки вперед. Раз. Проверьте ваш треугольничек. Хорошо приклеен к полу. Если вам трудно держать голову, вы можете опустить голову. Или положить голову на подушечку, тоже вариант. Еще 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Значит, обязательно будет крепатура. Это нормально, это хорошо. У вас есть крем согревающий, Диблю у нас называется, да? Или какой-то другой согревающий крем. Вы можете помазать плечи, верх спины, спину вдоль позвоночника и низ спины. И тогда у вас просто болевые ощущения будут меньше. Так, красивая музыка, садимся и растяжечка. Мы сегодня работали руки, плечи, растягиваем их. Останавливайте дыхание. За головой рука и нажали на локоть.
Попробуйте соединить пальчики за спиной. И почувствуйте, как тянется у вас мышцы. Расслабили. Поменяли руку. Нажали на локоть. И попробовали соединить пальчики за спиной. Расслабили. Ручки вперед. Вытянули по максимуму, расслабили шею. Теперь руки назад за спиной, вытянули и наклон вперед, поднимаем руки по максимуму наверх. Расслабили. Голова к правому плечу. Левая рука подальше от корпуса. И осознанно расслабили вот эту вот трапециевидную мышцу. Почувствуйте, как она тянется. Поменяли в другую сторону. Правая рука подальше от корпуса. И вы осознанно расслабили мышцы трапеции. Дайте время потянуться. Расслабились. Руки за головой. Локти в пол. Округлите спину и подайтесь чуть-чуть назад. Расслабьте шейный отдел позвоночника. Расслабьте плечи. Почувствуйте, как тянется у вас позвоночник. И теперь поднимаем голову, открываем локти, подбородок наверх. Еще раз округлили спину, локти в пол, расслабили шейку, расслабили плечи. Спина круглая и подались чуть-чуть назад. Поднимаемся. И подбородок наверх. Расслабили. Со вдохом поднимаем плечи к ушам. Глубокий вдох и выдох. Опускаем. Сбрасываем. Поднимаем, вдох и сбрасываем. Сбрасываем всю усталость. Вдыхаем энергию. И сбрасываем усталость. Еще вдыхаем энергию. И сбрасываем усталость. Я вас благодарю за занятие. И увидимся в следующий четверг. Надеюсь, все хорошо у вас прошло, и вы сумели сделать сегодня все до конца. Если будет крепатура, прогрейте мышцы и намажьте прогревающим кремом. Я вас всех обнимаю, и до следующего занятия.